Друзья мои, привет с берегов Великой Русской реки Волги. Ну вот в этом году такая странная ситуация, что она даже не замерзла пока. Ну хоть снежком немного тут присыпало все. Вот, хочу немножко рассказать про философию жизни в 2020 году. Раньше я говорил, что я ничего не успеваю, но теперь я вообще ничего не успеваю. Поэтому отныне, внимание, никаких писем, кроме писем от моих знакомых, от учителей математики и от людей, кто меня куда-то зовут, я просто не читаю, я их сразу стираю. Кнопочка «Delete». Никакие. Обычно это бывает письмо типа «Алексей Владимирович, у меня очень интересный текст, прочтите его, пожалуйста, ознакомьтесь и выскажите мнение или напишите рецензию». Просто кнопка «Delete». Вот раньше я отвечал, что у меня нет времени, теперь я их просто буду стирать. Дальше. Никаких личек нигде. Ни в Фейсбуке. В Фейсбуке приходят там типа, ну, тысячами идут какие-то сообщения, и меня всегда веселит, как «Алексей Владимирович, я вам там в личку кое-что кинул». Ну, бери, да, вот это вот огромный такой ворох из нескольких тысяч писем, я так среди них, значит, могу пытаться искать это сообщение. Это же все «Delete», все одной кнопкой «Delete». Никаких личек нигде, никаких комментариев я не читаю никаким своим постам. Вот я сам оставил пост, все, конечно, ждут, что я буду отвечать на комментарии. Да, иногда так получается ответить на пару комментариев, но обычно я ни на какие комментарии не отвечаю, просто нет времени и все. Поэтому, ну, там, так сказать, пишите в комментариях, но не обижайтесь, если я не ответил. Вот. Кроме того, на самом деле соцсети веду обычно не я, тоже имейте в виду, что соцсети ведут волонтеры. Поэтому там, «Алексей Владимирович, вы там написали то-то, а вы вот тут были». На самом деле этого не происходит. Это просто кто-то из волонтеров скинул что-то, там, относящееся к делу, по его мнению. Вот. И далее. Даже на канале, если остаются какие-то комментарии, я уже не успеваю их даже просматривать. Поэтому, если иногда случайно где-то посмотрел, да, но после этого, скорее всего, я туда не приду уже никогда, в этот видос. Главное это, так сказать, делать математику и постить про нее видео. И никаких электронных адресов, кроме главного, я просто вообще не открываю. Всех ферматистов, кто шлет доказательства великих теорем, сразу в бан. Просто навсегда. То есть не просто стираю, а заношу адрес в черный список. Поэтому, если вы хотите мне прислать письмо, что вы доказали какую-то там трисекцию угла сделали или простым способом доказали теорему Ферма, имейте в виду, что больше вы никогда ничего мне не сможете написать, потому что ваш адрес будет занесен в черный список. Да, теперь только так. Вот. Ну, а в остальном следите на канале за математикой.